Паралимпийцев на летние Олимпийские игры проводил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов. Зампредседателя Кабмина Эдиль Байсалов от имени президента вручил государственный флаг парадзюдоисту Маматы Ибраиму Суранову. Вместе с этим пожелал параспортсменов успехов на турнирах. Ваше достижение – это свидетельство того, что спорт – это не просто соревнование, это символ мужества, несокрушимой воли человека. Вы своим примером показываете, что никакие обстоятельства не могут стать преградой на пути к достижению цели. Ваша сила, духа, воля к победе будут вдохновлять не только вас, ваших близких, но всю нашу страну, всю нашу, весь наш народ и весь мир. Мы вам еще раз от имени руководства республики, руководства кабинета министров, администрации президента желаем удачи, успехов, побед. Пусть на вашем пути всегда будет место вот для новых достижений. Каждый день приближает вас к вашей мечте. А на Паралимпийских играх Парижа нашу республику будут представлять 4 спортсмена в пауэрлифтинге, триатлоне, легкой атлетике и дзюдо. Параспортсмены решительно настроены на победу. К примеру, кыргызстанка Миргуль Болоталиева будет представлять страну по пауэрлифтингу весовой категории до 86 килограммов. Она планирует завоевать первое место. Также парадзюдоист Маматы Ибраим Суранов полон решимости завоевать золото в турнире среди незрячих весовой категории до 73 килограммов. Париж Паралимпиада ойындарына. Чтобы получить лицензию, приложил немало усилий. Теперь хочу завоевать первую медаль летних Паралимпийских игр в истории страны. Приложу все усилия, чтобы достичь поставленной цели. Мне уже 27 лет. Надеюсь, что первое место на пьедестале будет моим. В этом году в июле месяце получила лицензию. И очень волнуемся и понимаем, что это ответственность для нас. Будем стараться на победу. Кыргызстан по легкой атлетике будет представлять незрячая бегунья Гульназ Джузбаева с гайдом Юлией Фернас. Также в паратриатлоне выступит Айтунук Чомарт Кызы. Напомним, летние Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 9 сентября, где будут разыграны 536 комплектов медалей по 22 видам спорта. За звание лучших на международной арене будут состязаться параспортсмены из более 180 стран. Айзерек Акматова, Бексултан Курманбекулы, Алатау 24.